Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Так, ну с чего начнем? А начнем мы с того, что в армии у меня... Да-да, ребята, улитка. Я специально подождал этой серии, чтобы показать, что улитка у меня получает четвертую звезду. Нормуль? Я думаю, что нормуль. Она этого заслужила. Тем более она у нас очень, ребята, долго качается. Вот серьезно вам говорю. Ну что, сегодня у нас момент... такой, что мы будем проходить с вами опять же основную сюжетную линию. И... так, погоди-ка секунду. Ага. Слушай, ну тут осталось-то совсем ничего. Я думаю, что сегодня мы пройдем. Кстати, не забывайте, ребята, у нас арена ледяная. Я на ней побывал. Но почему-то выше пятого места не могу прыгнуть. Хотя опыта зарабатываю там, будь здоров. Ну что же, значит, нежить. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Ага, здесь у нас чумная мышь и голем. С этими ребятами я, видимо, не смог справиться, потому что у меня не было достойных, как говорится, юнитов. И вот теперь-то я думаю... Погоди-ка секунду. Да нет, в принципе, должны справиться. Должны справиться, но при том условии, что будет у меня здесь отжигать баллиста. А он начнет с чумной мыши, поверьте мне. Если мы сейчас его опередим в плане баллисты, то все будет хорошо. Если же нет, то, скорее всего, сфейлимся здесь. Черт бы его побрал, ребят. Ну вот, вот этого вот, блин. Да как ты так? Ну, с одного, ребят, плевка, а? Ну, с одного плевка. Все, ребят, фейл. Или не фейл? Или фейл, или не фейл. Тут мало вариантов. Ну, чумная мышь, ну, помоги, помоги, пожалуйста, родная моя. Так, ребят, есть, есть небольшой шанс. Давай вот так вот сделаем. Хоба! Прикрываемся големом. И джаггернаутом. Фух! Вот здесь мы должны расколбасить. Теперь обязательно... Так, подожди, чумная мышь. Чумная мышь, нам нужна, ребята, баллиста. Вот, я ее вызвал. Простоим мы здесь, сможем удержаться или нет? Как думаете? Я думаю, что сможем, должны. Фух. Немножко вроде бы как бы... А что, они баллисту мне подбили? А как получилось? А, видимо, ребята... Видимо, этим... токсичным, вот этой токсичной лужей мне убили, ребята, баллисту. Так, заморозка. Блин, а воздушные юниты, к сожалению, ребята, не могут быть заморожены, как я понимаю. Плохо, да? Конечно, плохо. Так, джаггернаут. Давай, давай, стой, родной мой, там. Сейчас моя баллиста тут справится. У нас... А, у нас времени здесь... полно. Нам главное, чтобы не получить, ребята, урон по замку. Так что все, можно расслабиться. Че я тут? Я-то тут думал, давай-давай быстрее, но нам только ли... Вот, по какому бонусу мы с вами сплавились. По урону. Так что здесь все изи. Нормуль. Все-таки мы устояли, простояли. И выиграли, в конце концов. Ну что же, второй у нас здесь уровень... Ой, ёпарасете, ребят, привидение прибавляется здесь. Здесь у нас призрак. Соответственно, я буду, наверное, брать вот эту вот команду. Ну, естественно, молотильщик здесь как-то вот вообще, ребят, вот серьезно вам скажу, он не в тему. Вот в этой команде, в данный момент, он не в тему. Он ватный, призрак его будет убивать, ну, если не сразу, то со второй попытки точно. А он его, как всегда, запускает в первую очередь, естественно. Ладно, посмотрим, ребята. Так, выходит у нас голем. Выходит голем. Мы, конечно же, будем все это дело делать вот так. И Ронина. Ребят, здесь нужно вызывать нам в обязательном порядке Ронина, чтобы он наносил отличный дамаг. Вот как это должно было выглядеть. А привидение можно? Нет, ребята, привидение, к сожалению, не сдувается. Вы только что, наверное, это увидели. Ага, чумная мышь. А ну-ка иди отсюда. Будет, блин, весь отряд разнесли. Ты представляешь? Весь. Ну что, будем, наверное, вызывать ведьму. Давай попробуем. Так, ну слушай, ну ведьма очень много наносит урона, на самом деле. Но то, что привидение будет сейчас нас тут нервировать, это да. Так, поехали. Сейчас будем всех тут разносить в пух и прах. Можно даже, наверное, ускориться, да? Как вы думаете? Хотя... Да, можно ускоряться. Здесь победа за нами. Замечательно. Ну что, поехали далее. У нас третий с вами уровень. Здесь прибавляется... Ага. Жнец тьмы. А, служитель тьмы, жнец, ё-моё. 88 и 86 уровень. Ну, я думаю, с этими архаровцами мы еще тоже с вами справимся на изейшей. А вот когда пойдут 90 уровни, там-то, наверное, пукан пригорит по полной программе.
Ну ладно, как говорится, страх в сторону, нам нечего бояться, мы будем с вами сопротивляться. Служитель тьмы, это тот самый хиллер, который будет, ребята, именно хилять голема. Поверьте мне, он обычно сзади из-под тишка идет. Странно, никого нету. А где чумная мышь? Вообще никого нету. Все это очень подозрительно. Давай тогда ниндзю призовем. Бомбанем. Не-не-не-не-не. Служитель, у тебя не получится тут никого отхилить. Уж поверь мне. Черт, он меня убил. Воина мага, ё-моё. Ну? Хорошо. Вообще шикарно. Я могу, в принципе, уже призвать ведьму. Никаких сопротивлений не вижу. Абсолютно, ребят. Я так и сделаю. Я сейчас так и сделаю. И посмотрим, как говорится, кто кого. Ну-ка, упс. А почему мы, интересно, служителя тьмы не смогли подбить, а? В чем проблема-то? Я имею в виду, ульта моя пошла, но она не пробила. Странно как-то. Так, давай, давай, давай. Ведьма, уничтожай этого ханорика. Ох, нифига там, смотрите, какая аура была сейчас только что. Обалдеть. О, смотри, а почему? Такая здоровенная. Она же не должна быть такой прям большой. Кто делает такую штуку? Фигею я, да, ребята? На моем маге-войне вот такое было отражение. Слишком большое, я бы сказал даже. Так, хорошо, здесь у нас прибавляется еще, ну, тот же самый отряд практически, плюс еще привидение. Будем противостоять. То есть сейчас мы пройдем с вами вот эту карту, еще потом остаются две, да? Две локации. И полетим в портал, если, конечно, пройдем все это здесь. По-быстренькому, по шурику. Ага! Вот так вот, значит, да? Значит, некро. Ладно, пускай она пока, ребят, ползет, а мы с вами, наверное, будем призвать ведьму. Сейчас мои зомбики против его скелетиков, наверное, будут драться. Выпускаем. Ульта снесла. Кстати, вот когда ульта красная, ну, красный лазер, да, вылетает от нашей башни, он намного больше наносит урона, чем обычный лазер. Так, некро надо, конечно же, ребят, в первую очередь уничтожать. Она еще та погонь. Замечательно. Ха, голем проснулся. Там нет уже никого, он кулаками своими машет. Так, некро со своими колобками. Давайте уничтожайте ее. Ронин, помогай. И запускаем ульту. Это что сейчас такое было, ребят? Вы слышали? Я что-то не понял. Такого раньше не было, по-моему, в игре. Что за крики-то? Что-то странное тут, конечно, творится у нас. Ну да ладно. Бомбим. И все, ребят, сейчас будем уничтожать с вами башню. Все, хана ей. Башни... Кранты. И последний этап. Здесь кто у нас босс будет? Ну-ка, покажите ко мне. Здесь у нас король, да? Король скелетов. Ё-моё, шички. Плюс мышь чумная, также некро и служитель тьмы. Слушай, ну я вам скажу, здесь имба. Может быть, вот этот взять отряд, а? Как думаете? Наверное, все-таки придется нам вот этим отрядиком попробовать. Да, мой скелет, конечно, проигрывает по сравнению с его. Но у нас есть баллиста. Я делаю большие ставки на нее. Баллиста может застанить. Ну и при этом еще делает дамаг. Пока это там дед будет пробиваться через толпу наших, как говорится, монстров, баллисты будут ему... О-оу, о-оу. Так, хорошо. Давай-давай-давай-давай. Джаггер. Есть, вот об этом я вам, ребята, и говорил. Вот именно об этом. Видели, да? Что делает баллиста? Шанс, конечно, маленький, но он есть. Что мы вот так вот можем застанить нашего врага. И поверьте мне, если мы сейчас призовем еще одну баллисту, то вот эта вот некра здесь вообще ничего не сделает. Вообще ничего не сделает, потому что даже скелетики ее не помогут. Будем их разбивать. Так, сейчас, секунду, ребят. Нужно, наверное, уже и деда вызывать, в принципе-то. Да? Сейчас я накоплю на деда и будем его призывать. Все, дед мой вышел. И также вышел у него дед. Ну, это естественно, ребят. Сейчас мы их всех в кучу соберем. И вот так вот бамбанем. Дед, давай, пожалуйста, звездани. Так, отлично, хорошо. Там хиляет этого деда, ребята, хиляет. Есть!
Служитель тьмы не вытянул. Не вытянул своего, как говорится, босса. И мы, ребята, расстреливаем. Смотри, что происходит. Смотри, что тут происходит. У-ху-ху-ху. Ну, еще и ураганчик нам вылетел. Вообще шикарно. Все, никаких шансов нету. Две баллисты, на которых я, ребята, делал ставки, даже три, свое дело сделали. На 100%, поверьте мне. И остается лишь только задолбать базу. Сейчас мы это сделаем. Ну давай, 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 ребята, все, бомбим же. Хорош там с големами драться. Вот она, ребят, победушка. А вы сомневались, даже я не сомневался. Ну что же, продолжаем. Забираем, конечно же, сундук нежити и посмотрим, что нам из него достанется. А достается нам зомби с надгробием, 12 карточек банши и 10500 голды. Так, и мы перешли с вами на территорию роботов. Это у нас предпоследнее, да? Вряд ли, конечно, у нас, ребята, хватит юнитов пройти вот эти все уровни. Ну, думаю, что завод роботов мы, наверное, должны пройти. Хотя, смотрите, ребята, 90 уровень и 87. И, как вы знаете, БФГшки, это да, это топчик. Что будем делать с вами? Какие есть предложения? Я не знаю. Серьезно, тут очень сложно. Тут очень сложно в плане того, чтобы выбрать. Ну, выбираем, например, вот эту команду, да? У нас баллиста может отдуплиться моментально. И также чумная мышь. Но у нас выбора нету, будем стараться. Тут бы, конечно, очень хорошо, наверное, зашел бы, знаете кто, ребят? Прыгун. Да-да, именно он. Собственно, персоны мог бы прыгать и... А он сейчас будет выпускать щитоносца, да? Щитобота, точнее. И БФГ. И они тут начнут вдвоем. Ну... Предсказуемо все, ребята, абсолютно предсказуемо. Если только чумную мышь нам в помощь, которая, блин, еле-еле, ребята, травит. Травит, но слабенько, очень слабенько. То есть дамага мы мало наносим здесь. Попробуем вот так сделать. Так, теперь баллиста. Баллиста, баллиста, бомби, отлично. Уничтожили мы БФГ. А если БФГ здесь нет, то, соответственно, уже победа практически у нас в кармане. Ай-яй-яй, вот этого, ребята, я лазера и боялся. Видели, да? Что сделала БФГ? Именно ту атаку, про которую я вам и говорил. Так, ну что же сделать-то? Давай, наверное, фаербол запустим сейчас туда, да? Ну-ну-ну, фаерболчик, я жду. Вот так. Ну, а здесь уже все, ребят, здесь уже кранты. Разбираем, да? А-а-а! Вылез. Давай, 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 ребята. Бомбим по базе. Не отвлекаемся, блин, что он там. Сколько он, как вот он может призывать сразу по несколько раз щитоботов, а? Ну как, вот, например, вот один есть, мы его сейчас разберем. А тогда мы разбирали, и он второго вызвал, сразу же. А где откат по времени? Должен же быть откат. Тайминги-то есть же. Не просто же так все эти юниты. Я бы тоже так бы 1000 сразу бы крестьянинов бы отправлял бы в бой, и все. И в ус не дул бы. Ох ты, тут еще и молотильщика добавляют. Блин, не было, как говорится, печали, но молотильщик прибыл. Есть такой, ребят, неплохой вариант попробовать через всадников на журавле вот этот уровень пройти. Так как нам пофиг на молотильщика будет, да? Но БФГшка, конечно, может снести. Но я думаю, что ничего у нее не получится. Так, тихо-тихо-тихо-тихо, подожди. Блин, ребят, ну успеет, интересно, мечник мой? На! Не станет, не глушит, ребята. Воу. Ну, хотя бы так. Давай, поехали. Блин, ребята, мне нужен этот. Мне нужен паладин. Паладин-то вышел, а что от него толку-то, ребята, от одного? Абсолютно никакого толку нет. А ну-ка. Раз. Давай, 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 давай. Нормуль, кстати, нет, ничего не нормуль, ребята, получили повреждение, только сейчас увидел. Этот охламон успел все-таки садануть. Ну ладно, ускоряемся, че ж, как говорится, время тут тратить. Ну, не вышло и не вышло. Жизнь на этом не закончена. Очень, конечно, сильный состав, ребята, здесь. Ты посмотри, что происходит, а. Молотильщик, конечно, да. Вот то, что он выпускает свою пилу, это очень плохо для нас. Мы, смотрите, мы стоим с вами вот где-то вот здесь, на нейтральной зоне, и не можем ни я, ни он пройти дальше. Вот смотрите, вот все на ускоренную, ребята, идет. То он меня столкнет, то я его столкну, да.
Офигеть. Ничего у нас не получается. Я применяю, ребята, свою ульту. Он же без ульты играет. Вот что, заметьте. Ай-яй-яй-яй-яй. Да, ребята. И по времени уже сфейлились. Короче, я не могу пробить. Вы это прекрасно, наверное, видите. Ничего у меня не получается. Ни ульта меня здесь не спасает. Вообще, ну никак. Ну, что-то пошло. Что-то пошло вроде бы, да? Какой-то прогресс есть. Ну, давай. Так, давай карточку сюда. Ну что, базу мы ему расколупаем, но бонусы мы с вами не получим. Зато карточек нахапали целую кучу. Ладно, давайте сделаем так. Я буду этот уровень переигрывать своей имбовой колодой, вот этой. И я думаю, что все-таки зайдет. Хотя здесь тоже очень много юнитов, таких слабых, например, как ниндзя, молотильщик и тот же самый Ронин. Вся прелесть только в них, в том, что они очень, ребята, мощные и хорошо дамажат. Давай посмотрим, что у нас Ронин сможет сделать. Он делает вообще великолепно все. В принципе, что от него и требовалось. Так, и теперь нам нужен Маквоин. Маквоин. И что? Давай. Так. Опс! Нормуль. Так, давай. Блин! Фига он там жучара. А если я так залеплю, а? Все, сразу взгрустнули, я смотрю. Моментальная практически, ребята, грусть на них напала. Молотильщик, вали отсюда, а. Ну, Ронин, хопс. Молодец. Он, конечно, бомбанул, но добить не успел. Я буду призывать, ребята, ведьму. Хорош тут рассусолю, что это за дела такие. Ведьма, давай, родная моя, я жду тебя. Тебя все ждут, вся наша команда ждет только тебя. Ну что же, и будем делать вот так вот сделаем. Хоп. Хоп-она. Минус. Так, где, ребята, мой отряд этих зомбарей? Вот он идет. Потихонечку, полигонечку, но мы идем с вами. Так, сейчас выпустит, да? Нет, не выпускает. Свою циркуляру. И мы сейчас, ребят, базу разбомбим. И это будет хорошо. Заморозка тут еще выпала нам. Да. Ну, с такой-то колодой, конечно, тут имбово все у нас проходит. И, блин, только лишь третий этап. А здесь всего лишь навсего прибавляется бомбер, поэтому я думаю, что вот... Погоди. Бомбер прибавляется, да? Давай вот этим отрядом. Будем именно им бомбить. Так, против щитобота у нас, ребята, пойдет... Ну, обычно джиггернаут идет, да? И прикрываем мы чумной мышью. Но там, не забывайте, есть БФГшка, которая уничтожает летающие юниты. Помимо того, что наземные, плюс еще у нее супер вот этот вот лазер бесявый, который у нее есть. Так, джаггер. Вот было бы так, чтобы джаггер мог, вот когда вот он машет своими клешнями, уничтожать и воздушные цели. Мне так кажется, это вообще была бы имбище, просто-напросто. Вообще супер-пупер юнит, который и наземные, и воздушные цели подбивает. Так, ладно. Заплевывай этого бомбера. Отлично. Лишь бы не лазер. Ребят, вот самое... Вот боюсь, когда БФГшка вот накапливает свою фигню и может выстрелить. И причем шанс довольно неплохой. Так, я, ребят, буду вызывать деда. Дед мой вышел. И, как говорится, пошла жара. Ну, тут уже все, тут уже никто ничего не поможет, никто им не спасет. Тресь, вот так вот, просто с удара, нахрапом. Хоп, еще удар. Но урон, посмотрите, ребята, урон у деда не такой большой, как хотелось бы, верно? Верно. Но зато у него есть одно преимущество. Он станет. Когда он ударяет своим вот этим вот молотом, он станет врага. И те, соответственно, ничего не могут сделать. Бумс. Зергут. Замечательно. Ну что же, третий этап пройден, мы с вами переходим на четвертый и смотрим, кто здесь добавляется. А здесь по старой схеме, ребят, конечно же, хилбот. Вот так вот. С хилботом нам придется именно вот этим отрядом драться, потому что, опять же, весь акцент идет на баллисту, которая будет перестреливать всех и ближников, и дальников, в общем, кто попадет. Хотя хилбот всегда держится в сторонке, он всегда подальше, чтобы до него не дотянулись. Ну ладно, посмотрим. Эти медлительные... Так, тихо, подожди, медлительные. Давай-ка с плюшки его накажем, этого молотильщика.
Сплюшки, сплюшки. Нет, ребят, уже недостаточно. Недостаточно много урона мы наносим, чтобы сплюшки снести нам. Так, давай-ка вот так вот. Оп! И вот так начнем. Хобана! Хилбот сам себя захилять не может. Так что нормуль все. Так, секунду. А вот это вот опасная картина, потому что здесь, ребята, у нас есть молотильщик. Если он сейчас погибнет... Он погиб уже, да, по-моему? Но он не выпустил свою пилу. Отлично тогда. Тогда нам повезло. Так, смотри, что там происходит. Ну, давай-давай-давай, еще выстрел, баллиста. Блин, хотелось бы вызвать еще несколько баллист. Ну, знаете, чем все это дело опасно? Опасно тем, что один лишь выстрел вот этой вот БФГшки лазером. И все, кто здесь вот стоит, из таких вот, как вот баллиста это. Или вот, смотрите, сейчас пила вылетит, если... Не вылетает. Хорошо, нам просто везет. Нам с вами везет очень офигенно. Так, ну давай, 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 давай. Ать! Вот! Вот сейчас был тот самый, ребят, момент показательный. И ты посмотри, что они вытворяют, а? Слушай, почему мы с вами стоим и ждем чего-то? Вот так вот. Заплевывай. Сколько там хилботов, я не могу понять. Что-то у них здоровье практически не уменьшается. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай так попробуем. Раз. Два. Так, три. Да ёпрасы, ну смотри, что... Не, ребят, ну это не вариант. Посмотри, сколько БФГшек, сколько хилботов. И у нас не получается ничего сделать абсолютно. Сфейлился, короче, ребят, сфейлился. Поехали. Надоело просто-напросто тут теребунькаться. Тут очень тяжело с ними бороться. Я решил, ребята, так сделать. Будем наказывать. Так, отлично. Вот так вот. Всех бомбим. Так, ну естественно, ребят, наверное, баллисту призовем. И фаербол. До кучи. Так, погнали. Потому что если мы сейчас им тут дадим возможность развиться, опять же, эти хилботы, БФГшки, то мы опять с вами сфейлимся, поверьте мне. Я уже это понял. Видите, что происходит? Не все хорошо, как говорится. Ну вот теперь есть шанс. Деда завалили. Ребята, деда завалили. Так, пробуем. Пробивайте, ребята, смотрите, у них там мало здоровья у всех. Так, лишь бы не пила. Только не пила бы. Черт, там и хилбот, что ли? Я не вижу, кто там вообще стоит. Кто там рулит всем этим парадом? Там такая куча мала. Ну, заплевывайте. Там осталось-то по базе немножко ударить, и все, ребят. Какое еще ускорение он там применяет? Откуда он его взял? Вот оно, началось, блин, да? Нате! Ребят, времени осталось минута. А где все чумные... Пипец, всех чумных мышей мне перестреляли. Да как тут вообще можно? Ты посмотри, что происходит. Ребят, они все равно, они пробиваются. Я не понимаю, ну как так можно? Чумных мышей моих убивают вот эти вот БФГхи. Непонятно, как вообще. Они даже рядом не стояли. Да. Они даже рядом не стояли. Пока этот под... Все, мы тут тоже сфейлились. Ё-моё. Пипец. Офигеть. Вот она ихняя команда. Хилботов, команда БФГшек. Конечно, придется, наверное, нам брать все-таки нашу имбовую команду. Никаких вообще шансов не дают. Просто никаких, ребят. Смотри, что происходит. Ураганчик. Ну что нам дал этот ураганчик? Абсолютно ничего. Какую-то маленькую передышку, от которой вообще никакого толка нету. Деда вызывать. Ну а что деда? Деда они сейчас быстренько, ребята, разберут. Понимаешь, практически моментально. Просто пару выстрелов и хана будет. Ну зато пачками хилботов валит, видел? Просто пачками их бомбашит там. Давай, давай, давай. Ать! Наказал.
Ать, еще. А вот этого не достает, да? Вот до этого хилбота не дотянуться нам. Попытаемся. Вот так. Давай, давай. Может быть, все-таки пройдем. Нам останется только что. Только лишь по времени уложиться. Но я почему-то в этом очень сильно сомневаюсь. Хотя нет, ребят, видите? Последний удар дед нанес и разнесли. Но меня такой расклад не устраивает. Или погоди-ка секунду. Давай мы, наверное, вот этот вот уровень попробуем пройти нашей вот этой колодой. А что тут проходить? Смотрите, ребят, здесь атомобот, который, в принципе, никакого дамага не наносит. Он еле ходит. А у меня здесь команда критовиков. То есть вы понимаете, что сейчас будет? Сейчас будет просто разнос вот этого вот уровня в хлам, в щепки. Тем более здесь нет молотильщика. А я считаю, что в этой команде молотильщик, тихо, тихо, все-таки больше наносит вреда, чем кто-либо. Так, давай сделаем. В общем, два дамагера у нас идет. И Ронин. Смотри, что будет. Хоп. Естественно, хилбота на помойку. А мы с вами спокойненько, ребята, накапливаем. Так, БФГ. Это все, ребята, ерунда для нас. И вот у нас вышла ведьма. Что-то мне это до боли знакомая ситуация, ребят, когда мы просто двумя ронинами разносим с вами базу роботов. Оно, в принципе, наверное, так и получится. Вообще шикарно. Просто изи. Ладно, нам остается только вот этот вот этап пройти. В нем, в принципе, ничего сложного нету. Но мы не тянем. Хм. Вместо всадника на журавле, если, например, взять прыгуна. Дурацкая идея. Дурацкая идея с прыгуном. Поэтому... А как нам можно, ребята, вот, например, если я хочу вот эту вот команду в бой? Ага, ну давай глянем. Так, получена одна энергия. Как раз то, что мне нужно. Поехали, ребят. Ха. Ну все, пускай молятся. Я не знаю, каким там железным богам. Но им сейчас будет кранты. Знаете, в чем еще, ребята, 50% успеха победы в уровнях? От того, какая у тебя база и какая есть ульта. Если здесь, как вы знаете, ватные вообще вот монстры, да? И ульта сносит и вот этих вот пилорамщиков, да? Опа-на! Это что сейчас было? Это что за фокусы? Я не понял. Ну-ка. Раз. Два. Ага, и на этом все закончилось, да? Раз, два, блин. Ну-ка, БФГшка. БФГшечку не смогли, ребята, разнести, к сожалению. О-оу, о-оу. Так, давай, давай. Нам нужно, ребята, ведьму. Ведьму вызвать как можно быстрее. Прям со скоростью света надо вызывать ведьму. А потом уже будем отрядом скелетов просто тут продавливать их всех. Поехали. Понеслась ульта. Вот она, ребята, как чикает. Практически всех уничтожает. Тут еще и ураганчик. Все, как мы любим с вами. Все к нам на пользу идет. Дынь-дынь, вообще расколбас полнейший. Так, ну БФГ там что-то не сдается, ребят. Что-то пыхтит. Мы просто в данный момент прорубаем себе ряды. Так. Ульта зарядилась, поехали. Ведьма, ведьма, давай, давай, давай. Вот так вот, всех их к ногтю. Карточка хилбота нам достается. Ну, я думаю, что, ребят, мы здесь пройдем. 48 секунд. Ураганчик нам, как говорится, в помощь. Сейчас мы их тут прижмем возле базы и начнем просто разносить. И еще одна ульта у меня на изготовке, ребят, смотрите. Сейчас пульнем. Поехали. Так, у меня рыцарь-воин, да? Рыцарь-маг, точнее. Давай, давай, отряды зомби. 23 секунды. Блин, 23 секунды, да что ты будешь делать? Куда он бежит, вообще не понимаю. Так, хилбот. Оу, нет, 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 не надо вот этого только делать. Только не говори, что мы еще тут сфейлимся, а. Ронин, Ронин, поехали. Да ну, пипец. Я офигею, блин, да что за чертовщина такая, я не понимаю, блин, а. Мы опять, ребята, с вами не смогли пройти. Опять из-за времени.
Вот этот уровень меня просто уже достал. Вот я вам серьезно говорю. Могу я еще, например, сыграть? Так, ребят, получили с вами одну энергию. Все, я не знаю, что надо здесь сделать эдакого, чтобы все это нам пройти. Но будем стараться, опять же. Как так? Мы возле базы. Эти щитоботы, блин, вонючие. Никак мы не можем их пробить. В принципе, все шло к нам в руку. И ураганчики, и это. И все так нормально шло. И на тебе почему-то сфейлились. По какой причине, мань приложу. Ладно, давай начнем все заново. Попробуем, ребята, перепройти, чтобы все у нас получилось хорошо. БФГ-хи эти противные. Так, и желательно бы нам на ранней стадии вызвать ведьму. Да-да-да, ну-ка поехали, вот так вот сделаем, хоп. Ну, ведьма, давай-давай, родная моя. Погнали, короче, сейчас будем пытаться пройти. Ну, естественно, выпускает он свою пилу. Так, тут хорошо пошло. БФГ-ха противная. Так, двигаемся, продвигаемся потихоньку. Да как они вот успевают пробить мне всю мою, ребята, оборону? Я никак не могу понять. Как? Ну, хилбот, да, там стоит. Ну и что? Он же ватный. Как они успевают это все сделать? Я вот не могу вот этого вот понять просто-напросто. Ну? Опять та же самая схема, да? Опять почему-то всех уничтожили, и опять мы с вами остались с одной ведьмой. Не пойму я, как это все делается. Отражение, вот отражение делает маг-рыцарь. Применяю, ребята, ульту. Давай-давай, Ронин, родной мой. Ну хотя бы так. Как? Вот вы видели? Два этих щитобота было у него. Как он успевает их вызвать? Ну да, удар есть. Вот так вот. Вот вам, ребята, и миссия. Вот вам и уровень, блин. Фу, теперь открываем с спокойной душой сундук робота. Что нам выпадет отсюда? Ничего хорошего. Ну, бомбер там и деньги. Так, мы переходим с вами на заключительный уровень. Это долина у нас подданных. И... Бум-бум-бум-бум. Ну что, тут у нас крестьянин, да, и паладин. Крестьянин и паладин. Ладно, поехали. Он будет меня, естественно, спамить своим крестьянам. Я буду отбиваться своими черными рыцарями. Ну куда ты бежишь? Ну куда ты бежишь, а? Ну, олух. Еще и оглушили его. Так, еще один выжил. Сейчас, ребят, только паладинчика призову, и все у нас нормализуется. Ну! Вот так вот. А теперь будем, знаете, что еще делать? Призывать БФГ. Пеню, будем вот так вот бомбить. У меня еще притяжение есть, ну хотя мы его здесь не будем, наверное, применять. Я думаю, что не стоит или стоит. Вот так вот мы сделаем. Фиг с ним, так уж и быть. Давай, БФГ. О, ураганчик. К ногтю их всех. И мечника вызвали, рыцарь точнее. Да, ребята, все, тут, по-моему, победа будет за нами. Они ничего уже сделать не могут. Смотри, наколбашиваем просто-напросто. Карточка на рыцаря выпала, на паладина. А он мне не нужен, он у меня уже полностью, ребят, собран. Ну и все. Вот так вот делаем. Единственное, что здесь очень хорошо, это деньги фармятся. Ускоряемся, что мы тут ждем-то? Вот и все. Снесли базу. Причем довольно быстро и легко. Так, второй уровень, и смотрим, что у нас здесь. Ага, ну, ребят, вы помните, да, эту комбинацию? По-моему, она у нас была в прошлой серии. Тут потом должен появиться еще разбойник. По-моему, так. Ладно, ничего сложного нету. Опять же, та же самая колода, плюс копейщик, которого мы, ну, просто будем сейчас разбирать, даже не поморщимся. Будем разбирать его. Ну, где там твои крестьяшки? Я жду. Не вызывает. Тогда я вызову друидку, скорее всего, парень. Ты этого хочешь? Ну, я понял, ты вызываешь паладина. Я вызываю... А, нет, секунду, ребят. Секунду! Блин. Ребят, я, по-моему, лопухнулся маленько. Я лопухнулся в плане того, что сейчас... Ну? Пробьем? Или не пробьем? Мы их напугали. Они пошли от нас куда-то к ядре, не фени. Но у него два паладина.
А у меня сейчас будет друидка. Вот так-то. Так что твои паладины там нам нафиг не нужны. Вот она, ребят. И причем здесь никто... А, нет, может, может, ребята. Всаднику на журавле может навредить только паладин. Но я думаю, что ему не до этого. А ну-ка все сюда. Встали в ряд. Мои-то юниты отхиливаются. Так что, ну все, тут уже промяли. Прожали, продавили. Ну и сейчас, наверное, добьем. Так, можно ускориться даже. Вполне. БФГ вызову. Мечника. И ульту. Все. Финита ля комедия для вражеского замка. Гоним дальше. Это у нас третий этап. Энергии хватит, я думаю. Ага, вот здесь вот будет немножко сложнее. Почему, ребят? Потому что здесь грифон. Грифон. А у меня вот здесь откатились. Откатились энергии. Так что сейчас, ребят, мы этот уровень с вами обязательно пройдем. Поверьте мне, именно в сегодняшней серии все это будет сделано. Так, ну что, крестьяшка, мы тогда тебя встретим, наверное, нашим любимым големом. Сейчас он тебе тут нокаутирует по полной программе. Почему голем не хилится? Он же, по идее, должен у нас как-то самолечением заниматься. Я же помню, что было такое. Ну, так, вызывать нам надо кого? Баллисту, конечно же, ребят, баллисту. Фаербол. Так, расколбас полнейший. И я думаю, что надо нам накопить уже на дедулю. Надо накопить на дедушку. Так, грифон. Грифон — это плохо, ребят, для нас. Давай еще джаггернаута призовем. Да что там, грифона не можем никак подбить. Охламона этого. Давай вторую баллисту. А, сколько у нас? Две баллисты, все, этого нам, ребята, я думаю, за глаза. Фаербол. Дальше чумную вызовем. Ну и, грубо говоря, мы просто будем расстреливать сейчас врага с вами на дальней дистанции. Смотри. Тихо, тихо, тихо. Вот так вот. Ну что, будем призывать деда тогда уже. Пошел, дедуль. Мы ждем тебя. Так, тут заморозка еще выпала. Дай-ка заморожу эти гаденышей. Вызову еще чумную мышь. Ха-ха, грифон, ты опростоволосился. Не в нужный момент ты упал. И пошла, пошла жара, ребят. Все. Сейчас будем разносить замок. Давай, 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 родные мои, стреляем. Бомбим, все как мы любим. Ну, деда, деда только... Ушатали, ушатали они деда. Ну, а мы ушатали ему замок. Я думаю, что это справедливо. Ну что, предпоследний этап у нас с вами. Так, здесь прибавляется... Я так считаю, что лучник, ну, намного хуже, чем грифон. Вот как по мне. Не знаю, ребят, как по вам, а вот по мне вот так вот происходит. Ну что, давайте вот этим отрядом попробуем сходить. БФГшка, конечно, здесь не очень хорошо заходит. И всадник на журавле тоже не особо здесь нам поможет. Потому что здесь лучница у них. Но нам очень хорошо поможет друидка, если мы ее успеем с вами призвать. Так, что-то никого пока не вызывает, как ни странно. Ну, естественно, начинается все... С паладина, с паладина. Ладно, давай мы тогда сделаем так. И будем вызывать БФГ. Ага. Так, и нам надо... Оу, щит, тихо. Ульта. Конечно же, ребята, ульта. Ведьм... Ой, ведьма. Давай, давай, друидка, все. Ребят, мы ее призвали. Мы призвали нашу друидку. И теперь должно быть все хорошо у нас. Ведь так? Я ведь не путаю, все ведь хорошо будет у нас. Ведь должно же быть все хорошо, ё-моё. Да, ребята, все отлично просто. Вы видите, как мы бомбим здесь. Единственное, что я вам говорю, этому отряду не хватает скорости. Он очень медленный. Очень и очень медленный. Так, давай, наверное, еще вызовем одного всадника на журавле. Вот таким вот образом мы с вами будем идти. Мои БФГхи просто, ребята, расстреливают на расстоянии. Никому не дают вообще подойти. Еще тогда одну вызовем. И мечника вызовем. Так, идем, идем, идем. Ульта. Притягиваем.
Так, 50 секунд общего времени. В принципе, враг не такой уж и сильный здесь остался. О, ты посмотри просто, какая здесь, ребята, каша. Каша-малаша, ё-моё. Слушай, я думаю, шансов-то нету. За 30 секунд должны мы разбомбить базу, да? Каждый сделает по выстрелу, и хана. Давай, опять залагало, ребята, все. Ну, правильно, тут такая куча мала. Есть. Ну что же, остается нам с вами пройти последний этап. Вот этот вот. Здесь грифон, здесь и лучник. Короче, ребята, это опасно, поэтому я беру вот этот вот отряд. Как раз здесь есть у нас противовоздушные юниты, которые будут сбивать просто-напросто и грифонов. Да и кто бы там вообще не был. Да и ведьма здесь тоже имбовая. По сравнению с бишопом, который там будет, и епископ выходить, наша ведьма здесь просто имба. Ну куда ты бежишь? Ну куда ты бежишь, засранец мелкий? Такой довольный. Думает, победа за ним, все дела. Олух царя небесного. Ну что, давайте, наверное, сейчас будем с вами уже призывать ведьму. Хватит здесь шутковать. Хватит, как говорится, любоваться на них, да? Давай, ведьмочка. Там грифон, да? Слышу, вижу, чую. Понеслась. Ну ты смотри, что творит. Ой-ой-ой-ой-ой. Ты какой... Воу. Смотрите, ребята, вы заметили, что он всегда вызывает епископа, ну, своего босса, именно в тот момент, когда и я вызываю. Вот я это уже сколько раз, ребят, замечал. Всегда именно так происходит. Не раньше, не позже, а именно когда я. То есть он, гад, под меня подстраивается, получается, да? Ну-ка, ульта, заряди-ка им там. Что-то ульта как-то плохо сработала. Ладно, все равно бишопа... Эй! Где там луч? Какой-то лучник до нас дотягивается. Я не могу понять, откуда и где он там. Точно? Ну-ка, заморозка. Давай-давай-давай-давай, ребята, расстреливаем. Так, хорошо. Очень даже хорошо. 50 секунд у нас времени. Карточка на лучницу. Ронин бомбит. И я думаю, что замку будет хана. Да, вот она. Вот она, победушка. Ну что ж, дорогие друзья, вот мы с вами и прошли этот портал. Сундук подданных нам достается и... Так, ну, неплохо, неплохо. И еще забираем здесь. Так, 15 улиток, 14 копейщиц и 15 бомберов. Ну и, естественно, 67-й портал. Как же без него? Квест завершен, искатель. Так, у нас тут, ребята, о-о-о-о. Значит, у нас здесь нефритовая долина. Также у нас захватчики, территория их. Подданные и опять нефритовая долина. И нежить, то есть две нефритовых долины будет у нас вот в этом портале. Нефритовая долина, ё-моё, ребят, это опять нервы на вынос. Вы помните, кто у нас, да, там големы, ну, точнее, терракошевые, терракотовые войны. Черепахи и так далее. Ёлки, а что у нас здесь, ребят, я что-то не понял. Секунду, а кого это мы с вами... Ага, ну что же, Репульсор, ребят, получает у нас 4-ю звезду прямо у вас на глазах. Слушай, я обожаю, когда мы с вами в одной серии повышаем по звездности, например, одного или двух-трех персонажей. Это вообще классно. То есть, как бы, ну, прям уж на душе так бальзамчик, ё-моё. Ну что ж, давайте, наверное, вот так вот сделаем. Вот так и вот так вот. Шикарно, шикарно, ребят. Только я вот сейчас сижу и думаю, что я сделал? Зачем я это сделал? Надо было мне на следующую серию это ставить. Для чего? Ну, для того, чтобы мы смогли с вами энергию восстановить, когда мы ее потратим. Я сейчас просто не собираюсь идти в новый портал и проходить. У меня еще, ребят, есть дела, есть другие игры. Ну, а проапать, естественно, я проапаю. Сколько хватит у меня денег, все это мы с вами сделаем. По крайней мере, у нас персонажи получили уровень. Соответственно, мы уже будем не такие ватные, как были до этого. У нас 84-й. Так, здесь прапы. Да подожди ты, чумная мышь. И все, ребят, денег у нас, к сожалению, больше нету. Ну что же, все отлично. Кстати, ежедневное испытание я, по-моему, полностью прошел. Или же остался? Нет, полностью прошел, ребята, получил этих улиток. Но, в принципе, вы видели сегодня, я на ваших глазах апал именно ее.
Так что всем большое спасибо за просмотр, всем удачи и до новых, ребята, скорых видосиков.